Здравствуйте! Сегодня 2 мая 2024 года. И гуляя по улице Октябрьской, опять я решил снять палисадник Тамары Михайловны. Может, что-нибудь новенькое увидим, интересненькое. Как, например, вот эти цветочки. Даже не знаю, что это такое. Выглядит очень симпатично. Вот палисадник Тамары Михайловны. Все такие указатели интересные рядом. Вот кто у нас вылез. Вот кто вылез у нас из земли-то. Лук декоративный, кажется, да? Не знаю, что это такое. Тамара Михайловна – это местная жительница, которая ухаживает за этим замечательным палисадничком. Вот, посыпает песком землю, украшает его всячески. Выращивает цветочки и разные растения. Я тут даже находил ягодки типа клубники, земляники, только забыл, как она называется. Сладенькие такие, с горошины, чуть даже покрупнее. Так, нарциссы, тюльпаны и все такое. Красиво, симпатично, радует глаз. А где еще в Орле красивые места цветочные, клумбы, палисаднички? Пишите в комментариях к этому ролику. Может быть, дойду, сниму и те места. Чтоб было нам еще приятнее, еще радостнее. Это библиотека тут Гайдара. Это, по-моему, Анютины глазки или незабудки, не знаю, что это такое. Такие цветочки, тюльпанчики, нарциссики. Вот это какая-то интересная, прям червячки какие-то. Что это такое, не знаю. И сирень, сирень здесь расцвела. Красивая такая сиреневая сирень. Такой небольшой ролик снял я с этого замечательного места. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла. Детская библиотека имени Гайдара.